стоит 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей за то, чтобы подлежать маткой. Ну, прикольно. Привет. Прошла у меня сегодня интересная беседа с женой. И задают мне банальный вопрос, говорит, как часто у тебя покупают обучающий курс твой для чайников, насколько часто его берут, насколько часто его изучают? Ну, не часто, потому что на самом деле умных, грамотных людей, которые готовы приобрести знания, очень мало. Говорит, а почему такая ситуация? Ты же единственный, говорит, на Россию, кто создал такой контент, кто предоставляет обучающий материал. Ты, в принципе, единственный, кто такой вот на Евразии, у кого есть такой YouTube-канал, где есть вся информация практически в свободном доступе, где ты все рассказываешь. Плюс есть обучающий материал, где ты рассказываешь еще больше, еще более подробно, опять же, для чайников. То есть информация раскрыта по полной программе. Почему, говорит, так происходит? Я говорю, ну, слушай, говорю, ситуация банальна в том, что клиенты являются мастера, будущие специалисты, которые даже не понимают, за что они платят, потому что они считают, что на лазерных маркерах можно зарабатывать максимум там, ну, 10-20 тысяч рублей. Фактически никто не замечает, что сумма дохода может составлять, ну, условно, скажем так, от 50, это если ни хрена не делаешь, и условно, скажем, там до 500, если ты вкалываешь, как Папа Карло. Есть цифры интересные, отдельное спасибо Новосибу. Встретили меня в аквапарке, выловили прямо с трубы, озвучили цифру в 1 миллион рублей. Вот. Что, в принципе, это адекватно и оптимально. Так вот, фишка в том, что, говорю, уроки по покупке, как дышать маткой, стоит 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей за то, что как дышать маткой. Ну, прикольно. И за это люди готовы платить и покупают, и берут такие уроки примерно. За получение роликов по профессиональному обучению именно в сфере гравировки, то есть в сфере того, как не поломать станок, как правильно пользоваться, как использовать тот или иное направление, как делать фотографию, эти все ролики отбиваются моментально. Ну, они не готовы, потому что дышать маткой нынче выгодно.